Школьники Ульяновской области сделали первые шаги в науке. Именно так называется Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ. Региональный этап состязания по направлению технологии и техническое творчество прошел во Дворце творчества детей и молодежи. 40 ребят в возрасте от 7 до 14 лет соревновались в области авиации, космонавтики и воздухоплавания. Презентовали свои модели роботов и судов. Лучших из лучших отбирали педагоги высших учебных заведений и представители конструкторского бюро приборостроения. Участники, конечно, могут быть ребята, которые занимаются в доп. Образовании, могут быть ребята от школ. Как проходит конкурс? Вообще сам конкурс проходит в два этапа. Первый этап заочный. Он проходил с ноября по декабрь. И вот сегодня здесь уже у нас получается заключительный этап очной конференции. Девятилетний конкурсант Ярослав Кузнецов моделирует военные самолеты. Сначала мальчик делал воздушные судна из бумаги, теперь из пенопласта. На следующем этапе Ярослав начнет мастерить радиоуправляемые самолеты. Я приготовил презентацию про самолет Су-57, которым вот как раз модель. Да. Технические характеристики и то, что он был создан для замены Су-27 и МиГ-29. Некоторые участники, а точнее маленькие участницы в своих проектах раскрывали совсем не детские темы. Глобальное потепление, истощение ресурсов на Земле. Например, 11-летняя Карина в поисках альтернативной жизни смастерила из ватмана планету Марс. Девочка мечтает стать космонавтом. Я хотела показать этим проектом то, что на Земле не будет хватать ресурсов, и чтобы заинтересовать людей, чтобы они изучали, колонизировали планеты и спутники, чтобы было куда перелететь. Это ракета-носитель Капелла с космическим кораблем Капелла. Для того, чтобы люди не тратили деньги на войны, а старались покорять космос и тратили деньги с умом. Победители регионального этапа отправятся представлять Ульяновскую область в апреле в Москву. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.